раз едет в прошлый этап. Земли Баварии. Аэропорт Мюнхен. Альпы.
природа потрясающая, да? Да. А воздух какой? Да. Даже в дождь, да? Думала туда пройти. Ja. Zusammen nicht mehr rein. 20 Minuten. Ja. 20 Minuten, ja. Nicht mehr. Alles, ja. Прямо дождь за нами идет. Мы и вроде сухо. Перо. Ja. Gut. Für dich. Вот это то. С дождя и в дождь. Это точно мы при на хвосте. Километров осталось до Кёнигсберга 11. Вон уже магазины пошли. Он какой тут самый. Храм.
Это мы уже в городе, да? Это нигде будем жить, да? Вид с нашего балкона в горах Баварии. Ты же замерзаешь тоже. А нужен? У меня есть пакетик желтенький. Есть? Конечно, оставь. Только не выбрасывай. Вот это вот орешки. А, это самое. Только напомни, когда тебе надо орешки будет, скажешь. Я взяла-то, у меня желтенький пакетик есть с собой. Зачем одного? Не будешь одевать кашне? Возьму, возьму. Возьми, возьмите кашне. Там холодно. Ссылку. Вы не мешали? Нет. Ничего тебе не мешали. Это счастье для истории. Давай. Давай. Холл в нашем уютном баварском домике. В этом доме мы будем жить 2 недели в горах Баварии. С видом на прекрасные горы. Чтобы завтрашнего дня вообще будет погода хорошая. Миша. Уже вообще лучше, лучше. Надо Андрею запечатлеть. Да. Возьми. Сейчас. А там... А, это термос, есть, да? Да. Чуть холодный вход заделаю. Мне так холодно. Так, все. Вроде очищается. Да, да. Небо, да? Мы идем в заповедник. Там отказали.
Если может дешевле. Идет дождь. Thank you.
а здесь этот дворец. А какие они ночные глазки крупные. Ты посмотри, какая прелесть. Угу. Он особенно желтые те. Просто шикарно. Ай, какая прелесть. Просто небо прелесть. А вот этот дом снял? Я сейчас еще налью, я просто смотрю, сколько останется, чтобы я... сейчас еще тебе... Спасибо. Не, может, не боюсь, давайте. Спасибо. Андрей, все. Сек. Ну что, обратно пойдем? А вот это вот 905-й, это 70-й год. Да, это неверно. Так, а там 47-й, там 67-й. Вот так поведем, чтобы еще убрать это. Salzburg, Wien, München, Venedig, was ich meine, bis zu Wien. Also Venedig kennt Sie zum Beispiel am 3. haben Sie schon beim Bilder gekauft, ja? Ich hatte aber auch mal ein Ding gemacht, das die Mädchen verkauft, wenn ich das mal nicht. Aber die Scheide wird wahrscheinlich nicht. Ja, auch klar. Ja, müssen wir mal schauen. Gut, noch ist schon mal sagen, Venezia тоже Schweiger. Ja, das ist Marianne. Еще поговорим. В этом концерте, в этой программе у них еще играть с ними в Гайхенау. Можно в концерте принять участие. Просто можно еще принять в концерте, общем концерте, который там вот об этом. Можно принять участие.
Я могла бы выйти к роялю и что-то сыграть. Ага. Практически, also bei Schumann Lied, Да. Оркестр играет, например, а в паузе где-то я могу в первом отделении или вот. Или перенёс. Да, это лучше. Потом с ними поговорить. Это с ними, да. Но это нам нужно туда ехать, видимо. Он еще узнает, потому что 11 часов он говорил, а еще позвонил до 11, еще один час. До 11. До 11 еще, да. Озеро Химзея. Он с камеры прямо, да, сделает фотографию. Ну, это уже, наверное, дома, да? Да, здесь и приедут, пришлем потом. Да, и пришлем. Или кто-то потом. Наши полетят, поедут, опять Да. Нет, это не их программа. У них программа, это такая молодая программа. Они не будут играть такую музыку. Weil das Radio Untersberg ist überwiegend классische Musik, ne? Для молодых. Also Montag. Und vom Montag ist sie Dritte, aber da ist vorher, eine Stunde vorher kann sie da nicht rein, weil dann Begrüßungsabend ist. Also Montag etwa die 31. Genau. Da ist eine Veranstaltung drinnen. 31. Или 3. Нет, 31. Можно видно. И им потом можно сказать, что могу они здесь посидеть тоже на концерт. Ну мы знакомы. Сейчас он спросит. Она не напомнит. Нет, ничего не могу. А где? Куда ты машину? В гараже. Напишет. Чтобы вы не отвлекались. Спасибо. Так, я тоже привез. Так, я хочу представить Татьяну в нашей газете, чтобы узнали люди, что наши люди интересуются концертом. Но они, которые интересуются, потому что у нас недалеко в Сальцбург пойти. Да. Я тоже в Сальцбург. Это близко. Да. Но я думаю, что успеем, что потому что я тоже еще рекламу сделаем. Я хочу в газету нашу написать. Но я пишу так. Татьяна Смирнова-Шольц, русский пианист и композитор из Москвы, профессор a Moskau Tchaikovsky Konservatorium. Наоборот, горячие путевки, если берут Египет, Турцию, то дешевле в два раза. А здесь, значит, какая система? Где же твоя система? Здесь пожарный топливо очень работает. Wo Autor der Berg dann dahin, ein sehr schöner Aussichtsberg, und dort will ich sie aus der Seilbahn zu erreichen. Der Jena, der ist 1874 Meter hoch und im Windschein, das ist das Skigebiet. Der Königssee, der liegt auf einem Meereshöhe von 603 Metern, er ist 8 Kilometer lang, bis zu 1300 Meter breit. Zum Durchschnitt ist er 100 Meter tief, die tiefsten Stellen knapp 2.
А давайте еще посмотрим там, а потом еще придем сюда, если что. Фотоаппарат. Один с ним. На наш фотоаппарат. А, наш... а потом на наш аппарат. Случайно, причем я, значит, звоню, а ты ответишь? Да. 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 Всю жизнь боролась. Всю жизнь боролась, но боролась. И боролась по-хорошему. По-хорошему и с твоей присущей тебе женственностью. Ты боролась и правильно делала. И я тебе скажу, ты в эстетике родилась, живешь, и поэтому для тебя все вокруг прекрасно. Но это же не у всех так. Да, но да? Я тебе хочу сказать, что... У нас надо иметь великое терпение. Вот это вот, чтобы жить и добиваться, и не видеть каких-то моментов, которые бесконечно омрачают жизнь, надо верить в то, что действительно прекрасное на свете есть, и что оно спасет. Вот, как говорится, вот это нас спасает. Вот с Андреем мы в этом смысле очень понимаем хорошо друг друга. Потому что мы говорим, ну ладно, ну хорошо, ну не, этого нет, но зато главное есть.
конфет. Последнее время Я нажала и держать? Держать, да? А где ты есть? Вот он. Хватит? Ага, а то очень интересно. Класс. Класс. Это можно, да? Но дело в том, что я тоже сделаю. У нас обговорили, что там тоже это Матинс, кстати. Да. Ну вот это то, что... Я поняла, но я в свое время попробовала один раз. Может быть, это не относится к тому, что это у нас теперь всякие Макдональдсы, потом там какие-то супермаркеты. Деревушка Шанао. Родолечебница.
Рабхаус. Вчера мы здесь были. Вот живут, умеют отдыхать. Погода, мороз, концертные площадки. Смотровая площадка. Какая красота вокруг.
там мы живем. Дорога Обершинау. Едем. Куда мы едем? В Сурпанку. Какой город? А, Пятенштадт. Наконец-то мы едем наконец-то в Зальцбург. Подъемник. Зальцбург 2 километра. Река Зальц. Гараже находимся сейчас. Значит, нам надо
Грюкенштайн. Альтштадт. Надо через Зальц пройти. Зальц, да. Святого Андрея. Тоже надо. Не надо нажимать. Булочки с Зальцбургом. Ну да, где Моцарт? Ты можешь тоже сыграть здесь. Да, индивидуально. 18, 9, 45 евро. Да. Цены здесь. Зальц. Река Зальц. Загорает. Сейчас, подожди. А там сплошной мост. На контрабасе. Это его рука. Вот маленький бюстик можно было. А? Маленький бюстик. Но он не очень похож. А так вообще... Дом, где родился Моцарт. Вот в этом доме родился Моцарт. Остановись. Инструментов.
Suppe erlernt, richtig. Какие цены? 2820, представляете? Это вот музей Зальцбургский, короля Августа. Августа.